До Черноморского побережья рукой подать, а точнее лететь. Чуть больше 2 часов. В минувшую субботу в Курском аэропорту открылось регулярное авиасообщение по маршрутам Курск-Анапа-Курск и Курск-Сочи-Курск. Первых счастливчиков, которые сейчас уже наслаждаются морем, проводила наша съемочная группа. Днем перелетов в Краснодарский край выбрана суббота, а значит, дорога до моря еще короче, в выходные нет пробок. К примеру, рейс в Анапу в 7:40 утра. В такую рань из центра города до аэропорта ехать не больше 20 минут. Еще 2 часа 50 минут, и вы слышите шум прибоя. Альбина Дроздова воздушными воротами областного центра пользуется уже второе лето. Говорит, другой способ путешествия с 7-летней Лизой и Мишуткой, которому всего 1 год и 8, невозможен. Очень удобно отсюда. Оценивали именно, рассматривали поезд и либо самолет. Цены не намного дороже. Вот. А на поезде в пути 27 часов. То есть для ребенка это неприемлемо. 4908 заказывали электронно. Авиабилеты в южные города Краснодарского края варьируются от 6575 рублей до 10 075 рублей, без учета кассовых и аэропортовых сборов. Для сравнения, одно место в купе до Анапы стоит больше 4000. Преимущества воздушного путешествия очевидны даже детям. Ксюша летает с 5 месяцев. Мне нравится на самолете. И так быстрее. Авиаперелеты в Анапу и Сочи продлятся до 29 августа. А вот в Крыму можно застать и бархатный сезон. Рейсы будут курсировать до 7 сентября. Первый самолет доставит курян в Симферополь 22 июня. Улетать на российский полуостров можно по понедельникам в 19:30. Из 50 мест 15 субсидируется из федерального бюджета. Цена 2500. Максимальная стоимость нельготных билетов – 16 625 рублей. Чем раньше вы совершите покупку, тем дешевле обойдется дорога. А уж комфорт обеспечен, уверяют специалисты. У нас давний стратегический партнер – это авиакомпания «ЮТЭЙР», с которой область сотрудничает уже на протяжении ряда лет. Это надежная компания, входит в первую пятерку лидеров. Неплохой парк самолетов, один из лучших в России. Вот, прекрасные пилоты. Вторая компания, мы с ней работаем впервые, это авиакомпания «Ямал». Тоже рейтинг у нее довольно неплохой, высокий рейтинг. Прошлым летом из Курского аэропорта отправились к морю более 8 тысяч человек. В этом году отпускников ожидается не меньше. География перелетов и количество рейсов зависят только от спроса. Ирина Шашкова, Андрей Зарубин, телеканал «Сейм».